Ну, правда, я все равно в танке, блядь, ну похуй. Вроде там уже начинает получаться. Надо только, скажем так, доодевать мейн состав людей. Там нужен просто, скажем, классы, которые могут в первые 40 секунд под берсу, ой, под берсу, под геру, реально влить до хуя урона. Вот чем больше вольете со старту, тем проще будет его убить. Ну, это я там... А мы, блядь, со старта вчера, блядь, выбивали ему до того момента, пока Никита не начинает ляпать уже по звездам, 10-11%, а надо выбивать 15%. Там хорошо вписался, как раз в начале бурса, ну, с Герой. Да, там надо именно забурстить, причем очень жестко. Скажите мне, пожалуйста, рыба есть у кого-то, или надо взять, или купить? Есть, хорошо. Стери, Гера, приподбина. Но там надо вот реально в этот момент, пока Гера жестко забурстит. Тем более на Алгалоне реально милики как бы нормальная тема. Потому что они могут бить весь бой, блядь, без остановки. То есть там на кого-то из них кара кастуется. И просто, блядь, под боссом пробежали, на другую сторону встали и все. А РДДшникам ты, блядь, пока 10 метров пробежал, потом пока начинаешь кастовать, ну, короче, дохуя теряешь. В принципе, то, что я вижу сейчас по людям, рейд вроде как бы неплохой. Единственное, что, конечно, нету Хао и какого-нибудь Тершамы, а так, в принципе, неплохо. Сколько там до ребута? Есть инфа? Или уже не пишут нихуя? 20 минут. Чуть-чуть, 15 осталось. Угу, 15. Давайте сумоним все в инст, если трэш почистили, сейчас можно сделать, блядь, с первого трая его, если убиваем, блядь, и как раз потом пойдем курить, пока будет рестарт. Вот интересно получается, то собраться не можем, то 2 минуты и все, и фулл рейд. Ну как есть. А что ты удивляешься, люди работают, мы же не школьники какие-то, которые, блядь, уроки прогуливают. Так, ладно, выходите тогда из инста, все засумонили сюда? Ребят, 6 локов, я офигею. Да, сейчас будет, блядь, супер ДПС. Йок плюс 1 будет сейчас. Может быть, кстати. Выходите из инста. Столовка, ты тут? 15 минут уже прошли 10 раз. Столовка, прием. Сейчас в телеграме позвоню.
Сука, что-то ни сферы, ни Т8 нихуя не добавляют, блядь. Пидорасы, блядь. Ну, вдруг сейчас вот перезагрузка добавят. Там, ну, на анонс хотя бы дали бы. Нет, а чё, Т9 что-нибудь слышно вообще, когда-нибудь будет, нахуй? Алло. Что это такое? Что такое? Давай, подскакаю. Т9 это ИК. Да-да-да. Что-нибудь слышно, нет? Или они будут, нахуй, контент, блядь, по полгода выпускать, по году, чтоб все съебались отсюда. Ну, сказали, блядь, что пока, блядь, вот там 2 недели назад была инфа, Никита мне писал, пока не убили Алгалона, пока, блядь, нету Валаниров, блядь, дрочить ульду. Выходите все из инста, пожалуйста, быстрее. Что мы стоим, нахуй? Кокосик, блядь, Версик, Малах, вот портал стоит, блядь, спереди. Куда вы побежали, блядь? Выйдите, нахуй, из инста. Быстрее. Ну... Алгалона убили, а за Валанира без понятия. Валаниров пока нет. 3 осколка осталось. С ГГВП от Челику? Да. Ну там ГМ, он первый собрал. Ну у Миши он 15, но если бы там начали со старта собирать ему, у него, наверное, было бы там тоже около 20. Угу. Версик, выйди из инста, блять. Зайдите все в Дискорд. Там просто еще ХМ надо сделать. У него каст появляется, когда одного хранителя не берешь. Оглушающий, который сало дает по рейду. И физ урон. Он на него обычно мастера ауры отдают. Кастерские, 3 ауры. Вот, и в этот момент, там каст 3 секунды, что ли. И в этот момент нужно, когда он пасть открывает, закинуть ему в пасть Валанир. И выжить нужно. То есть не умереть. И тогда Валанир будет. Ну, 30 осколков сначала собрать, конечно. Столовка, ты тут? Я тут, блядь, и стоит АФК. Охуенно, блядь. Мы бы уже сделали все, нахуй начали бить. Короче, понятно. Идите курите 10 минут, блядь. Спасибо Диме. Ну, походу, не у нас распускает, нахуй. Хотя хуй знает. Скоро буду. Короче, понятно, что нихуя непонятно, блядь. И очень интересно. Ну да. Блядь, обновить просит, пидорас. Славик, ты что ли? Ну, походу, лагает пизда. Да. Так, ваша версия клиента устарела. Что, блядь? У меня тоже пишет, ваша версия клиента устарела, хотя только что обновлялся. Да. Ну, там либо вручную сейчас скачать, либо сейчас посмотрим. Клиента, ну, еще там 9 метров качает один раз. Да, я перезапустил лаунч, вот тоже 9 метров качает. Ну, 9 метров хуйня, по сути. Хуя для меня, для сибиряка, это пиздец. Угу. Так, сейчас попробую зайти, посмотрю. Ну, ни экипировки, ни хуя нового тут не добавилось. В магазин никуда. Все, скачал, ребят. Извините, сибиряк, нахуй, ошибся. Угу. А кто знает? Давайте, заходите все, стойте под инстом. Кирюх, скажешь, когда зайти? Хорошо. Арсайл, а кто это под тебя косит, нахуй? А это Егора фотка на аватарке? Конечно. Ебать он лысый, нахуй. Извини, Егор.
Это не он. И очки симпатичные у него, блядь. Не, на моей аватарке это я, нахуй. Аркадий, ты скажи мне, ты у кого очки намутил, блядь, сфоткаться? У мамы или у бабушки? У кого отмутил? С догом. О, братнул. Тут а вот дог сзади там на фотке, да? За очками, блядь. А дог с нами тут? Не, он куда-то уехал. Я не знаю, кто такой. Женёк даже тут. Бать. А у меня такое ощущение, что Андрюха мораль, если ему истерию кидать, он профитнее становится нынче, не? Нет. Нет? Ну там все равно процент растет, вот, который Визуфой он бьет, все равно нормально. Плетки от кровавого от автоатак. Ну, разве что по поводу Варгу больше не надо, типа. Под вызов Варгу оно будет, во-первых, намного сильнее бить и быстрее, естественно. Слушай, столовка. А! А я триню все на ДК выбил с Игниса. В смысле, на танка, ебать? Еще 9 метров. Не, ты, блядь, вообще хуёвый тип. Когда ходил, знаешь, вторник, по-моему, четвертый рейд. Еще 9. Я запомнил, мегабайт. Слава. Чайте. Давайте, перезаходите быстрее, докачивайте эти 9 мегабайт, заходите в игру. Время тикает, блядь. 40 Кирюха, минут ты... прошло уже РТ, мы нихуя еще не сделали, блядь. Кирюха, ты апнул? Кого? Ну, ХП. Да, только что. Все, залетаю. Заходите все в инст, заходите все в игру, быстрее. Я покер, мне похуй. Мораль, Женек, Столовка, Терияки, Пук Дракона, а. Никита. Заходите все быстрее. Кирюх, тут? Тут. Давайте, мужики, на мужика. Звучит что-то по-гейски. Терияки, Трипл Токлас. Слав. Че, блядь? Типа так и должно быть, что ли? Нет. Лучше ж мужики на бабу. Ну а тут он хочет мужики на мужика. Залазь ко мне, Егор. Мне моя баба поехала огород поливать. Вообще похуй. Тебе вообще везет, блядь. Так, давайте решать, кого будем закидывать. Егор раз, волшебник два, Тинлау три. И давайте Артстайл 4. Напишите крупнее. Поставьте шкаф. Кого надо сумон плюс в рейд? Быстрее только. Кроме артстайла. Кого еще надо? У меня 20 метров не хочет окачиваться. У меня это у кого? У Квазивер. Закрой лаунчер, открой заново. Блять, ты нас наебаешь, я знаю реально Квазивера, но... Тебя не Артём звать? Нет. Ну и все, значит, это не ты. Столк, у тебя Т-8-4? 8-10, но. Ну тут сколько кусков? 4 же? Да 3-3-3. Я не могу выбить грудь, мне грудь надо, мне голову не надо, мне грудь надо. Ты офсет, офсет голова у тебя? Да. Советую брать плечи. Бля, ну что ты меня расстраиваешь, а? Ну, типа реально. Там меткость. А в перчатках и штанах мастерство. Братан, у меня меткости, блядь, уже... Я хуй знаю, миллион. Мне ну... нахуй никто. Короче, мне насрать на вашу меткость. Что у вас там с локом, блядь? Качает у тебя, нет?
Динозавр, что там у тебя? Извини. Кирюх. Шо? Я качнул Лока, Анхолика, фул фамильки. Я уже пятерку к ДПС выдаю. Как так? Красава. Ну этот, ебать. Да... Квазир, шо у тебя там? Короче, первый спек, нахуй. Я охуею. Я мотоциклист, я байкер, мне похуй. Чё ты там грузишься, Лок? Не, нифига, висит на нулях. Да сейчас, нахуй, подожди. Выйди еще раз, перезайди с лаунчера. Это пожалуйста. Хуйня. Открой Сирус сайт, нахуй. Открой базы знаний. Сейчас давайте, открою. Блядь, без этой хуйни. Почисти нахуй кэш, удали папку Error, блядь. Закрой нахуй этот лаунчер и открой заново, и все. Ой, блядь, какое число сегодня? 17-е. Блядь, если знаете, что у вас деревянный комп, нахуй, качайте с сайта сразу, блядь. Стоим 24 человека, 10 минут ждем, нахуй, чтобы скачать. Кто-то один скачал, блядь. Артстайл, у тебя что там? Что ты вылетаешь постоянно, блядь? Егор, ну ты чё? Пашка? Пашка пишет. Смысле, ты докачал вторую обнову, Артстайл? А, Артстайл, Дима, ёбаный вот. Я вас путаю, извини, Телдрин, но хуйня такая есть. Я давно вас путаю, но... У нас чел пошел квесты делать за гильдии 230. Шо? Ёбаный рот. Ничего не понял, еще раз. Я говорю, с ватерналах чел на ДКшке пошел эти квесты делать на остров этот новый. И его три моба убило за 4 секунды. Ну хорошо, радуйся. Пусть сделает. Кирилл, начинай орать, а. Кузер, блядь. Ты тут? Кузя. Пытаюсь, вот. Хера. Нахуй пытаться. Открой ссылку, нахуй. Общий чат тебе дал. И хуярь скачивай быстрее. Мы теряем нахуй время. Вы не знаете, как решить эту проблему? Так скажите, я не знаю, блядь. Да, этот кинь его на замену, блин. Там другие кого-то возьми, блин, пока он там расчехлится, уже убьем. Открывай ссылку быстрее. Давай, качай 8 гигабайт там, блядь. Локу, надо что-нибудь с машин? Нет. Ну и все, на... робота убьем. Ты ссылку качай пока, открывай. Потом да, я уже качаю. Через рун EXE, нахуй, откроешь вов, нахуй. Лаунчер так, вообще не открывай. Егор со мной. По остальным машинам Артстайла кидать, Аверна кидать, Абудаби кидать. Рассаживайтесь по машинам. Ну, можно я тебе в тачку буду подсаживаться иногда? Кто умеет в трофейном разрушителе, садитесь за руль, кого я назначил, садятся в пушки. А кого ты не знаешь? Волшебник, садись с моралью. Никита, садись за руль в разрушителе, к нет, Никите садись, блядь. Абу-Даби. Сука, кто это был, нахуй? Молок, отдай мою нахуй мотоцикл, пожалуйста. Тебе пока пизды не дал. Можно быстрее, блядь, по машинам сесть, ёбаный рот, блядь! Нахуй мы стоим, я не понимаю, что ты там стоишь, женёк, блядь, что у тебя не выходит? Мало, блядь. Расставил, садись к Локу, к этому секонд, который. Артстайл, прием, блядь, да раздуплитесь вы, ебаный ваш рот, блядь.
АФК, наверное. Бать, у меня жена на Ибицу съебалась. У тебя там рога не вылезли случайно? Ты радуешься. Артстайл, мы тебя сидим, ждем все. Где ты нахуй есть, блядь? Женек, давай, я тебя покидаю, а я постакую кого сюда. Не хочешь? Это. Да, ты такой мудак. Вы меня куда посадили? Я как бы не в курсе, что туда жать. За рулем сиди, или кидать тебя будут, похую мне, блядь. Так, а там кидать это... Давай лучше. Кидал тебя, Женька. Нет, Женек, слезь с машины. Садись теперь. Так меня кидать будет, мне нужно будет пушки бить или что? Да. Я тебе кину, просто убьешь и потом... Подожди, тогда я спек поменяю, PvE, что шмот одену, то я, блядь, PvP. Я для этим левела одевался. Да он не вылетел, обязательно. Вылетел, Арста. Ебать тебя в ноги, ну тут чё, блядь? В ноги, блядь. Кулак, блядь, бубахнули. Там 50к выбей, там похуй, блядь. Жена ушла огород поливать, вообще похуй. А потом я лечу, бью пушки и потом... Спрыгиваешь, залазишь обратно в машину, все. Возьми тачку фокус, ну то есть типа кликни левым кликом и нажми фокус. И ты будешь видеть, сколько у меня энергии. Запомнить, да? Да, запомнить цель. К Косику сядет артстайл, когда зайдет. А к этому, который к секунду, у тебя есть кто-то в машине, нет? 50 энергии у тебя вижу. Но у меня... А видели этот остров? Там пуха 4.0 скорость, потом, они что, ебанутые? Потом, блядь, давайте убьем босса. Мне похуй на эту пуху, блядь. Кто может сесть, чтобы его покидали? На мотоцикле кто сидит? Женек, смотри, типа, когда у меня 25 будет, ты берешь вот эту синюю штучку. Ну, левым кликом нажимаешь и на троечку. Хватает, видите, крюком. Я знаю. Собраться не можете или чё? Да, расставила, нету, вылетел, не пишет ничего. Дима. Тёзка! Ну шо ты, дядя? Милокосик или что-то, кто ни какой-то, Саша, выключи нахуй кнопку, нахуй она у тебя нажата постоянно. Блядь, пацан на Камчатке живёт, понимаю. Братан, давай я за руль сяду. Я косты могу сбивать, щиты нахуй одевать, похуй вообще. Хули меня все время в мотоцикл садит. Соловка, сядь к секунду, будешь колчедан у него тягать. Секунд. Вот слева от меня стоит. Блять, кто там мне в личку хуярит? О, вижу. Ебать, я буду колчедан. Это опять Сируса что-то пишет. Пиздец, блядь, да что за хуйня, нахуй? А, обновлять у лаунчера некоторые микроисправки будут в ближайшее время по острову.
Я вообще могу о, сидеть где-то. Неужели, ну? Спасибо, блядь. Вырубил звук. Пиздец, блядь. Где-то Марстал-то, ёбаный покос. Дима, ты хоть напишите в чат гильдии, а? Чё у тебя происходит? Я не знаю, я ему пишу в Дискорде, мне нихуя не отвечает. Она пишет в Дискорде. Меня это доело. Семеро одного не ждут. Пусть кинь его на замену, бери там кого-то с еды и погнали. Квазер, у тебя шо там, блядь? Получается что-то, не? После чистки кэша он пишет, что нужно обновить 400 метров. Чё, блядь? Нахуй, то... нахуй. Как можно, блядь, после чистки кэша нахуй обновить? Ты что-то другое нахуй удалил, блядь, а не кэш, блядь. Два желающих и два плюса в чат. Быстрее в рейд, в гильдию. Ты, блядь, не открывай через ебучий лаунчер. Открой нахуй ярлык такой, вов называется. Ексе, рун Ексе называется, блядь. Нахуй тебе этот лаунчер. Я хуя, еще желающие есть в рейд? Быстрей. Путят, у меня через лаунчер за 2 минуты или за минуту обновилось. Да какие нахуй 2 минуты? Ну 2 секунды, блядь, качает. Как можно нахуй так быть? Я не понимаю, что интернет, сука, по телефону по-домашнему нахуй. Ну, или что, вот как, сука, в 2001, блядь? 2G, ёбаный в рот, ну чё ты? Пиздец, блядь. Это, Арстайл. 21 год, нахуй, мы, блядь, играем, нахуй, сука, через натуре, нахуй, 2G, блядь. Чёска, Димон, тебе что-то надо с этого танка ебаного? Ты его нету, нахуй, он никому не отвечает, он просто АФК. Чё ты его спрашиваешь? Все, я здесь. Это он? Я здесь, это кто? Это Игорь. Север. Зашел? Это Локи. Да, вон он онлайн. Я тебе говорил сразу, блядь. Поставьте шкаф, присумоньте его и Квина, быстрей. Нет. Стой тут, Лок, никуда ты побежал. Ставь шкаф. Ебать, чё за хуйня вообще, а? Ну ассист по сумону, быстрей, блядь. Блядь, я понимаю, у меня дискорда на телефоне. Таловка, садись в машину к нему. Всё, садись сел. К окосику, этот зивер, который, блядь. Будешь колчедан тягать. Квин, на мотоцикл. Стоим нахуй, 2 часа, блядь, вату катаем. 10 вот. Стаков стакаем, как скажу, зарядились, блядь, заряжаемся, закидываем людей. Пуляйте, которые трофейные машины. Поехали. Двоечкой стакаем, все 10 стаков колчедана. Секонд, это тебя касается. Двоечкой стакаем, 10 стаков колчедана, блядь. Я не вижу стаков от тебя вообще. Какой рот подливает, он боже. Масло никто нахуй не льет, блядь, посередине. Нахуй вы занимаетесь хуйней. Об этом кто-то просил? Стакайте быстрее 10 стаков. Почему только 10 стаков у меня, блядь? В смысле, у меня? Заряжайся, Егор. Закинули людей. Сломали пушки, быстрей. По кругу кайтем его. Стакайте быстрее 10 стаков, блять. Ну пиздец, что там не получается, секонд, блять. Столовка, тягаем ему колчедан, блять. Тягаю, пока да. Ну а почему стаков нету? Двойкой, блять, бей нахуй босса, блять, секонд. С двойкой, не единичкой, двойкой. Направо есть секонд. Егор, я слышу слева от босса, садись ко мне, брат. Назад. С
справа от босса, Егор, я справа сейчас. Где ты есть, Егор? Мне же колчедан, блядь, закончился нахуй. Сбейте каст. Егор, где ты есть? Вперед, 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 газуй, секон. Все, стак забираю. Я не вижу на боссе почему-то проклятие стихии. 6 локов, никто не умеет, блядь, кинуть проклятие стихии, или у никого мозгов не хватает это сделать, пока не скажешь, блядь. Закиньте еще кого-то, да не разрушитель, разрушитель разломался. Вперед, вперед, едь. Прям на босса. Сядь ко мне в машину, Квин, быстрее. Вот я рядом с тобой еду. Быстрее ко мне, сядь. Сквозь босса. Секонд, сквозь босса. Тягай, колчедан. Ебать. Я так никто не услышал. Проклятие стихии. Кто-нибудь один из локов, блядь, киньте на босса. Ёбаный рот, блядь. Все, в чем, висит, сука, проблема, блядь? Ну, я пока дотусы накинул. Тягай, колчедан, подбивай, Квин. Где колчедан хоть один? Вот, бери два штуки. Один и второй, быстрей. Да, блядь, поменяй ты уже цель, нахуй, блядь. Женек, чё ты не собрал ни разу колчедан? Потому что он сдохший лежит. Но до того, как да, он... блядь, можно цель нахуй поменять? Хули он за мной все время, блядь, ездит? Это пиздец какой-то, блядь. Третий раз, нахуй. Один остался. Квин, не надо скорость жать по КД, блядь. Мы стоим, ездим, блядь, без колчедана. Как я должен, блядь, дамажить? Нахуя ты жмешь по КД, блядь? Раз, нажал, блядь, мы от него раньше разорвали, все. Подбивайте колчедан, ищите, блядь, теперь. Проебали весь колчедан просто на гонке, блядь, нахуй. А как его убивать, блядь, будем? Он от старости, блядь, не умрет. Вайп упали. Давайте так, кто не умеет нихуя делать в машинах, в которых надо стакать или закидывать, не садитесь в них нахуй вообще, блядь. Кирюх, ну я стакал, секунд у меня в топе был по ДПС, а потом что-то у него ХП закончились быстро. Потому что касс нахуй, наверное, не сбиваю, да? Может поэтому, блядь, или потому что на пушках какая-то хуйня, они могут сломать пушки, блядь. Сказал, закидывайте все нахуй людей. Столовка, это значит, что ты должен быть в ДД-спеке, нахуй, туда залететь и сломать пушку, блядь. А не быть в танке и стоять, как долбоёб, нахуй, говорить. Я не могу, блядь, я закинул, блядь. Говори. Резнулись, вышли из инста, быстро, блядь. У меня же не такой ДД-спек, как у ребят. Если ты сидишь, когда тягаешь колчедан, тебя будут закидывать. Это значит, что ты должен быть в ДД, блядь, и сломать пушку, блядь. Я спухлась, Кирюх, что ты... Быстрей, блядь, вышли все из инста. Мы проебали час времени, непонятно нахуй на шо, блядь. Тут обосрался, тут обоссался. Тут не знает, как нахуй скачать патч, блядь. Бут, ребут. Новая нахуй игра, блядь. Никто не знает, что делать. Я в ДД буду залетать.
Заходим. Дебилы, сука, заебали. Перегрузка отменена, блядь. Выебываются там, сидят. Секонд, ты знаешь, что надо делать в машине или нет? Он не знает нихуя, он первый раз, нахуй. Да хули, блядь. Просто прочитай нахуй кнопки, нахуй, и будешь знать сразу. Просто не хочешь, нахуй, нихуя делать. Хочешь прийти, чтобы тебя провогонили. Закрой ебало свое. Слушай, ты так не базарь, Кучерява. Славик, ебать, если Славик. Ты не знаешь, что делать, спроси, тебе расскажут. Цифрой 2, настакать надо 10 стаков, а потом стоять просто двойкой, поддерживать стаки, блядь, и стрелять единичкой. Все, нихуя сложного нет. Когда, говорю, закинули, человек заряжается, который у тебя сидит, тебе надо направить в сторону танка, блядь, прицел и нажать четверку, его закинет на пушку. Все. Просто ездить, блядь, от него и стрелять. Один и два, блядь. Нихуя сложного в этом нету. Садитесь в машину, заезжайте на круг, пополняйте себе энергию до 50. Ладомир, заедь на круг. В какой машине я? На мотоцикле. Садись на мотоцикл. Столовка, садись к Ладомиру. У меня в разрушителе сидел Женек, а он куда-то. На мотоцикле я опять впервые. На мотоцикле просто езди, блядь, и стреляй. Там у тебя одна кнопка, из которой там может масло не надо лить. Кирилл, у меня сидел Женек, которого я кидал. Все, значит, не надо, чтобы у тебя больше сидел Женек, потому что Женек это Женек, нахуй. У Кокосика есть кто-то в пушке? Есть. Лок. Козер. Какой? Хорошо. Так, у меня сидит Егор, у Молодомира сидит столовка. Верн, ты у кого сидишь? С моралью. Хорошо. У Кокосика сидит Квазир. Все, садитесь, все машины занимайте. Чек даю. Секунду. Столовка, что там у тебя, блядь? Сейчас, секунду. Столовка, ты с Ладомиром сидишь? Да, я в курсе. Секунду. Просто подожди. Так, колчедан, блядь, не тягайте, когда видите, что в машине 50, блядь. Точно так же не надо просто так жать скорость, блядь, как ебанутый, нахуй. Все. Женек, ты в какой машине сидишь? Миш. Трофейной осадной машине. У нас есть кто-то, кто вообще нигде не сидит? Кто? Ну как тогда может быть, что у Женька никто не сидит? Ну какой-то долбоеб, значит, в люльку сел, нахуй. Миш, плюс они. Либо как? В пушку загрузился, нахуй, в разрушитель. Три тела сидят там, думают за них, сука, весь рейд, блядь, будет проносить, инстинкт что-то отдавать. Плюс они как колчедан подобрать, я стаки не вижу реально. Я не вижу тут в ковше ни у кого. Ну, когда стаки надо будет подобрать, плюсанешь, я подберу. А верно, ты в ковше сидишь уже или что, нихуя не пойму. А ну вылези из машины, волшебник. И залезь еще раз. Волшебник один у меня. Ага. Женек пишет, сидят уже. Все, хорошо, даю чек. Столовка, ты залез к Мише? Да, Кирюх, ты чё? Все были готовы, осадки, пуляйте. Стакаем 10 стаков. Проклятие стихии, один из локов, киньте быстрее сразу. Все, висит, вижу. Стакаем 10 стаков. Кирчело, сядь, блядь, не умирай. Стакайте 10, быстрее. Скорость, нажми, Егор, быстрей. Заряжайтесь пушки. Еще взял, Миш. Не лейте ебаное масло. Какой ублюдок опять его нахуй налил, блять.
За кем синяя хуйня ездит, остановитесь на секунду, чтобы она вас догнала, а потом будете уезжать. Стакайте обязательно. Стакаем, 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 не спим. Ну вот, я сказал, почему на пушке, блядь, два человека ломает? Столовка, ты залетел? Нет. Почему, блядь? Залетел. Ну, блядь, я когда сказал зарядиться, нахуй? Еще кто-то один. Закиньте человека, как Костик, закинь Лока, блядь. Квазивер, зарядись, блядь, в пушку, залети нахуй наверх. Ёбаный ваш рот, блядь. Вы что, первый раз сюда, блядь, поприходили, блядь? Я сейчас распущу нахуй рейд, будете стоять Долоран, блядь, охранять. Хуйнёй, блядь, занимаемся, пиздец, блядь. Когда закинули людей, подъехали, сука, к разрушителям, блядь, кто на мотоциклах, сели и тягаем им колчедан. Вам что, сука, все рассказывать, блядь, надо? Мы первый раз сюда пришли. Мы, сука, с марта сюда ходим в эту хуйню ебаную, блядь. С марта, блядь. Ебать, июнь, середина, прием нахуй. Устань. Все, выходи. Выезжай, Аверн. Я сказал, зарядились. Это значит, что 4 человека, кто сидит, сука, в разрушителях, блядь, зарядили себя в пушку, блядь. И вас, нахуй, закинули, блядь. Я только что до этого говорил, до этого утра. Если вы не знаете нихуя, не лезьте к этой машине, блядь. В чем, сука, проблема, блядь? Это объясните мне, пожалуйста. Как, Костик, ты знаешь, что там делать? Квазивер, ты знаешь, что там делать? Ну да. Так а чё ты не зарядился, блядь, наверх? Ну да, блядь, почему только полетел Аверн, блядь, и Тейлдрин? Объясните мне, пожалуйста. Сдохните уже, вы нихуя не убьете, блядь. Вылезьте с машины, сдохните. Не тратьте время. Дед, ты умеешь в машине сидеть? Слава, ты, я, дед, Егор, Ладомир. Мораль. Тинлао. Пук дракона. Мой Квин сидел, он хорошо собирает колчан. Хорошо, сейчас по-другому рассадимся. Резнулись и вышли из инста. Нахуй вы сюда залетать? Вот объясните мне, пожалуйста, блядь. Это надо каждый раз говорить, что? Вы резнулись и вышли, блядь. Егор, Никита, Рога-Тога, резнулись, вышли, быстрей.